Информационная служба телерадиокомпании «Гомель» протягивает свою работу у эфиры. У студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Снижение отриманной выручки при повышении объемов реализованной продукции. Курсовые вагания на рынках основных краин-партнеров приводят до значных финансовых страт у айчинных молокоперепрацовщиков. Старшиня Комитета державного контроля Беларуси Леонид Анфимов встретился с коллективом Октябрьского завода сухого обеслушченного молока. Сучасная экономика субъекта угосподарения у материале Олега Сенцерова. Промысловое предприятие Октябрьского района можно перелечить по пальцах одной руки. Завод сухого обеслушенного молока сярод их бодай самый великий. Причем, коли мерковать по личбовых показчиках, то ситуация тут вельми неодренная. У поравнании с 2014-м летость вытворчесть цельномолочной продукции увеличилась на 8%, масло на 16%, сухого обеслушенного молока у вогуле на 18%. Это молоко, до речи, признано в Беларуси продуктом года и заявляется основной экспортной продукцией. Сухое обезжиренное молоко производится нами для поставок в Российскую Федерацию, Казахстан и Украину. И частично небольшими партиями на внутренний рынок. Из всего ассортимента вырабатываемой продукции миновито сухое обеслушенное молоко является одним товаром, реализация которого на внешних и внутренних рынках приносит прибыток. От всего остатника сегодня покули одни страты. Летость, например, объемы продажу увеличились, але при этом не долечились амаль 7 миллиардов рублей. Причины ведомые – падение курсов валют у основных краинных партнерах. Старшиня Комитета державного контроля Беларуси Леонид Анфимов перекананы. Это часовые тяжкости. Дело в том, что это не убыточность, которая получилась, с которой сработало это предприятие, она не отражает объективно реальную ситуацию экономическую на этом предприятии. Именно из-за переоценки курсовых разниц все падать до бесконечности не могут. Нащупается определенное дно, от которого пойдут вверх. Я считаю, год-два, когда я говорю, это до того, когда экономика начнет развиваться очень быстрыми темпами и динамично. Светлогорский завод сульфатной беленой целлюлозы – предприятие для Беларуси уникальное. По китайских технологиях он побудован китайскими специалистами. Об якости выполненных работ повинен свечить вот эта надпись на двух мовах – распространение каштовностей китайской инженерии. Меж тем, именовито пытание якости выполненных работ стали причиной наведывания предприятия головным контролером Беларуси. Этот объект плановалось увести в эксплуатацию на проконце минулого года, але заработать это не отрымалось. Сегодня готовность завода оценивается в 97%. Завершено узведение вытворчих корпусов, поставлено и смонтировано все обсталевание. Разом с тем, провести на им пусконаладочные работы немогчимо. Прокладенный больше как на 100 километров китайский электричный кабель не прошел сертификацию Беларуси, а тому задейничать его нельзя. Поставлена и смонтирована кабельная продукция, не прошедшая сертификацию, значит, надо будет оперативно тогда нашим энергоснабжающим или сертифицированным организациям, которые могут сделать или просертифицировать эту кабельную продукцию, дать оперативное заключение, работоспособна ли она в наших условиях. На думку заказчика, единое выйти в таких умовах – заключение додаткового погоднения с китайской корпорацией, вертание на плясовку китайских специалистов, которые уже выехали на родиму, и протяг работ. Вероятно, что такая домовленность будет достигнута. В всяком разе, сегодня китайский бок запевнивает, что до конца этого года завод сульфатной беленой целлюлозы обовязково выйдет на проектную могутность. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» из Октябрьского и Светлогорского районов. Сегодня у Гомелі прошли масштабные учения МНС на стратегично значным для региона объекте Гомельской теплоэлектроцентрали 2. Згодно сценарию, на предприемстве отбылся пожар. Выратовальники смогли отпрацевать одразу несколько вариантов ликвидации узгорания. Проверку экстремальными умовами прошли и супрацовники теплоэлектроцентрали. Затем, как переодолевали надзвичайную ситуацию, назирал Дмитрий Котов. На годиннику половы 11-й. Прикладно у гэтый момент по номеру 101 поступило поведомление, что на Гомельской ЦЦ-2 отбылось узгорание одного из резервуаров. Проходит несколько хвилин, гучит сирена, с территории можно убачить колонну МНС. 15 одинок спецтехники спешаются на место возникновения пожару. По прибытии ожидается монтаж техничного обсталявания, и вратовальники одразу накировываются на борьбу с умовным огнем. Мы отработали несколько схем различных вариаций с учетом специфики объекта. То есть, либо, если это условно неисправен водопровод, то есть мы подключаемся от естественных водоисточников, либо неисправны пенные коммуникации. Мы, соответственно, использовали наш автомобиль воздушно-пенного тушения.
Тактика специальные вучения МНС постоянно проходить на подобных объектах, подчас яких проявляется самоданность кожного воротовальника и зладженность усих, як одиного коллектива, готового зарабить усё для перемоги над пожаром. До того же это и махчимость проверки непосредно супрацовников предприемства. Подобного рода учения, конечно же, позволяют структуре МЧС вырабатывать алгоритм действий, знакомиться с оборудованием, ну и нам тоже вырабатывать схемы и системы взаимодействия вместе с ними, ну и нарабатывать определенный опыт в решении вопросов по ликвидации чрезвычайных ситуаций и возгораний. Важный момент на любых учениях не только констатация поспехового выполнения нормативов, а лишь и выявление проблемных питаний, которые обязательно необходимо улишивать у будущего у выпадку реальной надзвучайной ситуации. По проведению учений выявились ряд проблемных вопросов, нюансов, которые мы обсудим с руководством объекта. Не критически, это больше, скажем так, организационное и с их стороны, и с нашей стороны. То есть это больше в плане взаимодействия. Дмитрий Котов, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». До інших тем. У Гомельской области означается сезонный рост захворювання на острые респираторные инфекции. При этом, по даденных областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, узровень захворювання за пошний тидень был на 18% нижейший, чем за аналогичный период минулого года. Але в связи с перевышением эпидемичного порога в краинах-суседках выкликает заклопоченность ситуация с так званым свиным гриппом. У Гомельской области по стане на 28 студеня официально подтверждены 7 выпадков захворювання на пандемичный грипп. Даденные про пэўную модификацию грипу отриманы подчас лабораторных анализов. Усе захворелые поправились, небеспечных для життя ускладнений нема. Евген Побаловец протягне. Переважно на территории Гомельской области зараз циркулюют негриппозные респираторные вирусы, на фоне яких регистрируются одинковые выпадки гриппу, характерные для этого периода. По даденных медиков, так званый свинный грипп небезопасный ускладнениями у виде запаления легких. Яно может развиваться, когда захворелый человек спробует перенести хворобу на ногах и своечасово не звертается до врача. На сегодняшний момент у нас выделено от 7 пациентов грипп А H1N1. На территории города Гомеля, Добруша и Рогачева. Любой грипп опасен своими осложнениями. Это могут быть и бронхиты тяжелые, и пневмония, и нарушение работы сердечно-сосудистой системы, и почечной системы. Поэтому лучше, скажем так, правильно, чтобы был поставлен диагноз и назначено лечение. У Беларуси все установы охраны здоровья и аптеки обеспечены потребными леками. Медики упевнивают, подстав бояться эпидемии сёлета уже хоров нашей краины нема. При том, что один и надежный способ позбегнуть хворобы – своечасово зробленная вакцинация. Так само не варто гребовать методами профилактики. Периодичное проветривание помешкания на 10-15 хвилин, например, значно зменшая концентрацию вируса у новокольном осяроде. Допомагают и маски. Есть меры профилактики, такие как оксалиновая мазь, которую можно закладывать в носовые ходы. Можно по возможности ограничить свои пребывания в местах большого скопления людей. И, конечно, необходимо обязательно быть на улице. То есть прогулки, движение пешком, хождение на улице способствует хорошей вентиляции легких, повышению иммунитета и, соответственно, укрепляет и оздоравливает наш организм. До речи, у связи с сезонным ростом колькости хворых на острые респираторные инфекции, гомельские поликлиники до 29 лютого будут вести прием и по выходных днях. Евген Побаловец, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Его именем названы Мазырский державный педагогический университет и одна из минских улиц. Он имел звание Героя социалистической працы и академика Национальной академии наук. Народному письменнику Беларуси Ивану Шамякину завтра исполнилось 95 годов. На его родиме побывали наши корреспонденты. Вёска Карма Добрушского района. Менавіта тут, 30 студзеня 1921 года, народился будущий народный письменник Беларуси. Потом Иван Шамякин признавался, что особисто бачил отповедный запись у книзе мясцового священнослужителя. Увогуле у Карме хлопчик прожил только до 1927 года, а потом изменил несколько адресов. Его батька был лесником и часто переезжал с места на место. Але об своей малой родиме Иван Шамякин николи не забывал. И уже у дорослом узросте часто приезжал
з'язджаў з дзецьмі да сваёй дваюраднай сястры. А вось хата, дзе нарадзіўся пісьменнік, не захавалася. Яна згарэла падчас вялікай айчыннай. Зараз на гэтым месцы дом зусім іншых людзей. А таму турыстам тут могуць паказаць толькі склеп, якім некалі сапраўды карысталася сям'я Шамякіных. А яшчэ расказаць, якім ён быў чалавекам, простым і шчырым. 80-е годы, помню, они приезжал Иван Петрович Шамякин вместе с поэтами, писателями белорусскими, и в центре встречала вся деревня его. И мы всегда очень любили писателя. Он писал нашим кармянским языком, так говорят кармяне, настолько просто, доступно писал. До 95-годзя народнага пісьменніка Беларусі у кармянскай сярэдняй школе правялі спецыяльныя урокі, прысвечаныя знакамітаму земляку. На іх яшчэ раз узгадалі аб яго ролі ў беларускай літаратуры і грамадскім жыцці. Ён быў сімвалам і міфам адначасова. Па яго творах школьнікі пісалі сачыненні, кінематаграфісты здымалі фільмы, а рэжысёры ставілі спектаклі. У адным з інтэрв'ю, якое Іван Шамякін даў у 2000 годзе, ён падкрэсліваў: «Маё пакаленне было відавочна зусім іншым, чым цяперашняе. Мы былі гарачыя патрыёты и своей родимой. Это настолько было у нас, у нашей крыви, что с именем партии мы шли у атаку и помирали. Это сапраўды тяжко зразуметь сегодняшней молоди. Але хочу просто попросить поважать ветерану войны, тому что мы все ж таки отстояли свет от карышневой чумы». Іван Шамякін і сам быў удзельнікам вялікай айчыны, якую прайшоў з першага да апошняга дня. Што тычыцца яго творчасці, то пісаў ён на самыя розныя тэмы. Яго пёру, дарэчы, належыць першы беларускі раман аб Чарнобылі «Злая зорка». Усе творы Івана Шамякіна сёння сабраныя ў кармянскай сельскай бібліятэцы, прычым шмат якія кнігі з аўтографам пісьменніка. Дарэчы, падчас святочных мерапрыемстваў, якія запланаваныя ў карме з нагоды юбілею знакамітага земляка, на будынку бібліятэкі мяркуецца адкрыць памятны знак. Апрача таго, падпісана рашэнне Добрускага райвыканкама аб прысваенні гэтай установе імя Івана Шамякіна. Особую ценность нашей библиотеки имеет рукопись. Эта рукопись называется «Цуд на краю света». Она входит в сборник произведений Ивана Петровича Шамякина «Промни маленства». Это единственная книга, которая предназначается для детского читателя. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Добрускский район. Сёння на Гомельшчыне стартавала рэспубліканская акцыя беларускага фонда міру пад назвай «Тут жыве ветэран». Побач з дамамі і кватэрамі, у якіх пражываюць ветэраны вялікай айчыннай вайны, будуць прымацоўваць спецыяльныя таблічкі з падзякай за перамогу. Сведкамі нараджэння традыцыі сталі нашы карэспандэнты. Тут жыве ветэран вялікай айчыннай вайны. Дзякуй за перамогу. Такая таблічка з'явілася на адным з дамоў па вуліцы Кірава. Менавіта так прадстаўнікі фонду міру разам з гомельскімі школьнікамі вырашылі прыцягнуць увагу грамадскасці да таго, што побач з намі жывуць пажылыя і часта адзінокія людзі, якія прынеслі нам перамогу ў вялікай айчыннай вайне. Достаточно часто мы в своих ежедневных делах, заботах, проблемах не обращаем внимания на вещи бесценные, неприходящие, а благодарность ветеранам – это именно такое понятие. И, по крайней мере, акция «Здесь живет ветеран» станет поводом для тысяч встреч, которые пройдут по всей республике, и в рамках которой мы, благодарные потомки, пообщаемся с ветеранами, их поблагодарим. У гэтым доме по улице Кирова живе Айліта Івановна Самсонова. Калі пачалася война, ей было усяго 15 годов. Юная девчина приняла решение стать санинструктором доброахвотником. Потом был шпиталь под Воронежем, затем 204-й запасный полк. Откуль яе демобилизовали по причине взросту. Калі ж девчина подросла, яе призвали у армию. У 44-м, после долгой разлуки, яна знайшла своего батьку на Новобелевском военном шпитале, у составе супрацовников якого и дошла до Берлина. Праз 10-годзе пасля гэтых падзей слова падзякі за перамогу яна прымае ад навучэнцаў школы нумар 27 горада Гомеля, якая носіць статус школы міра. Это большой почёт. Это знак того, что нас не забывают. Это знак того, что мы востребованы и что к нам всегда очень хорошо относятся, приглашают на всякие мероприятия, на которые мы ходим с великим удовольствием. Табличка на доме Айліты Івановны стала первой в Гомельской области. Усяго у регионе их плануется промацовать больше, как 2000. Ганна Ковалева, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». Новини региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. И на этом выпуск завершен. У студии працевала Наталья Игнатенко. Усяго вам только самого доброго и до новых встреч в эфире.